Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Борис Макаров, и мы продолжаем смотреть матчи Northern Storm Wrestling, которые прошли в рамках фестиваля Comic-Con Санкт-Петербург 2016 года. Фестиваль проходил 21 и 22 мая в СКК Петербургский, и конкретно этот матч проходил в первый день 21 мая, и вы уже видите его первого участника в сопровождении Евгения Медведева. К рингу направляется Индиго. Тоже Индиго мы все хорошо знаем, мы неоднократно видели его на ринге, знаем, на что он способен. И исходя из этого, в принципе, можем совершенно уверенно ожидать красивый и динамичный матч. Тоже Индиго залезает на ринг, начинает готовиться к своему матчу. А мы ожидаем пока что его оппонентов. Тоже, как вы уже слышали от Герды, противником Индиго станет Корнер, который представляет группировку Отморозки, который сейчас направляется к рингу, как вы сами можете видеть, в сопровождении Рэя, Маргела и Свайпа, что, конечно же, является немаловажным фактом в этом матче, потому что Отморозки известны тем, что они постоянно вмешиваются в матчи, отвлекают рестлеров, мешают им проводить матчи. И мне кажется, что данный матч будет проходить точно так же, не станет ни для кого никаким исключением. Что же, Отморозки появились в NSW относительно недавно, мы достаточно плохо с ними знакомы. Единственное, что мы знаем, что их собрала Рея, и она является у них неким лидером, хотя, в принципе, официально никто ее так и не называл. Что же, звучит гонг, Корнер против Индиго, рестлеры схватываются, Корнер тут же захватывает руку Индиго в захват. Заходит ему за спину. И Индиго, посмотрите, проворачивается, проходит под рукой Корнера. И блистательный бросок с разворотом. Оба рестлера захватывают друг другу голову, поднимаются вместе на ноги. Корнер пытался провести сейчас, видимо, суплекс Индиго, но тот реверсирует. И посмотрите, вертикальный суплекс в исполнении Индиго. И как долго он держит Корнера вниз головой. Прекрасный прием. Тут же удержание. Раз, два. Но нет, Корнер вырывается. Рэй тем временем залезает на опрон. Индиго отвлекается на нее. К нему также запрыгивает свайп. А Корнер воспользовался этим моментом. Атаковал Индиго со спины. И вот инициатива уже вся в руках, скажем так, Отморозка. Корнер запускает Индиго в противоположный угол ринга. Разбегается, но Индиго красивейшим прыжком с кувырком перепрыгивает противника, мажет ударом ногой. Корнер поднимает Индиго, но тот освобождается, наносит несколько ударов Корнеру. Разбегается, но Корнер проводит ему бэкбади дроп. И Индиго уже лежит на ринге поверженным участником. Корнер продолжает наносить атаки Индиго, попытку удержания, но нет, всего два удара, Индиго откидывает Корнера, встает на ноги с плеч, Корнер разбегается, Индиго очередным красивейшим прыжком обходит его, проводит серию ударов ногой, и красивейший удар ногой в прыжке со ворота завершает эту серию. Маргел и Свайп тем временем поднимаются на опрон, Индиго мажет клоузлайном и... того атакуют Маргел и Свайп. Корнер опять воспользовался помощью своих напарников, своих приятелей по группировке и перехватил инициативу этого матча. Тем временем Евгений Медведев пытается объяснить судье, что матч постоянно вмешивается. Индиго тем временем пытался перехватить инициативу, промахнулся клоузлайном и получил бэкдроп в исполнении Корнера. Да, Отморозки яростно поддерживают Корнера. Корнер встает в угол ринга, указывает на свое плечо. Сейчас, видимо, будет проводить текл. Но нет, Индиго перепрыгивает его с помощью угла ринга. Снова проводит ему красивейший удар ногой по голове. Корнер подходит к Индиго. Индиго поднимает его на руки. И проводит ему короной X-Time. Странно, почему Индиго не стал удерживать Корнера. Видимо, считает, что Корнер все-таки получил еще мало. Или, возможно, просто уверен в своей победе настолько, что готов даже просто так потянуть этот матч. Индиго разгоняет Корнера в угол ринга. Ловит его, поднимает его на руки. И мощнейший слэм в исполнении Индиго. Публика оживает, поддерживает Индиго.
Корнер постепенно поднимается. Но Свай, посмотрите, залезает на углы ринга. Индиго сбивает его ногой. Тут же подвисывает Маргел, который также получает от Индиго. Корнер пытался атаковать Индиго, но Индиго реверсирует и проводит ему немецкий суплекс. Посмотрите, Корнер отлетел практически в другой конец ринга после этого приема. Индиго поднимает Корнера, снова закидывает его на руки. Сейчас, видимо, будет второй экстайм. Да, так и есть, второй коронный прием. Удержание, раз, два, три. И вот Индиго одерживает очень уверенную и очень красивую победу над Корнером, которому всячески во время матча помогали Свайп, Маргел и Рэй. И вот опять Свайп и Маргел залезают на апрон, хотят вылезти на ринг, но Рэя уговаривает их, говорит, что в принципе уже поздно и не стоит связываться с Индиго просто так. Маргел помогает Корнеру слезть с ринга, а Евгений Медведев поднимается на ринг, чтобы поздравить своего клиента с очередной победой.